В Боливии, в городе Орура, торжественно открыли огромную статую Девы Марии с младенцем Иисусом на руках. Высота фигуры 45 метров. Мадонна выше, чем знаменитое изваяние Христа в Рио-де-Жанейро и всего на 1 метр ниже статуи Свободы в Нью-Йорке. Сделана фигура из железобетона и стекловолокна. Возводили ее 4 года. Дева Мария – покровительница города Орура. Именно жителям города и принадлежит идея строительства скульптурной композиции. Обошлась она казне в 1 200 000 долларов. Внутри статуи оборудовали часовню для верующих. Местные власти надеются, что Дева Мария станет символом Боливии и привлечет туристов.